Волнительно, но я рада, что написала и все как бы сдала, потому что очень боялась самого экзамена, как и любого. Но хорошая подготовка и концентрация на заданиях, я думаю, помогла мне сдать этот экзамен. Я надеюсь на лучшее. Мне понравилось writing part, потому что у меня были идеи и мысли, что писать, о чем говорить. Я могла развивать идею всем. Мне понравилось. А что показалось тяжелым, может быть? Может быть, лучше было немного тяжелым, особенно в последнем задании, потому что, не знаю, может, чуть-чуть потеряла концентрацию на заданиях, но я справилась, надеюсь. Замечательно.